сообщение о пожаре на заводе «Автоприбор» города Владимира. По прибытию пожарными подразделениями было установлено, что происходит пожар на четвертом этаже в лакокрасочном цехе. Пожар происходил в вытяжке вентиляционной шахты. В течение 5 минут было локализовано открытое горение, в 11 часов 56 минут было ликвидировано открытое горение. В настоящее время проводится проливка. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. На пожаре работают 9 единиц техники и 24 человека личного состава подразделения МЧС России. Имеется предварительная информация о пострадавшей женщине 75-го года рождения. Информация сейчас уточняется. Причина пожара также будет установлена.